Всем большой привет, мои самые любимые зрители! С вами, как всегда, Аня, и добро пожаловать на мой канал! Мы продолжаем играть в Avatar World, и у нас добавили обновление. Обновили магазинчик, вернее, с одеждой, друзья. Ее снова завезли. И внимание, как всегда, у нас еженедельное пополнение коллекции. В этом выпуске мы ее посмотрим, друзья, обсудим, померим новенькую одежду, платные паки. Разумеется, прочитаем комментарии, которые оставляли под роликом в официальном каналчике Avatar World. И также, ребят, вы тоже пишите свои комментарии, будет безумно интересно с вами пообщаться. Но в сегодняшнем видео будет еще очень-очень много спойлеров. Также я покажу вам мега классный лайфхак. Очень интересно, ребят, обязательно поставьте под видео лайк, и это меня очень сильно смотивирует. Тогда я буду вам показывать еще больше-больше секретиков. Друзья, я вас очень сильно люблю. Всем желаю отличного настроения. Завариваем что-нибудь вкусненькое покушать. Несем, как всегда, вкусные чаечки, кофеечки. И усаживаемся поудобнее. Я вам всем желаю приятнейшего аппетита и просмотра. Давайте начнем с самого прикольного. А именно со спойлера, друзья. У нас появился аэропорт. Давайте сюда загрузимся. И вот мы как раз оказались возле лифта. У нас есть первый этажик. Мы сейчас, кстати, находимся на каком? Нет, мы на втором этаже. На первом этаже у нас входная зона. Стоечки всякие. Регистрация и так далее. На втором же этаже у нас идет магазинчик. Duty Free. Можно перекусить. Так вот, ребят, появился спойлер. Ой, а что это тут малыш какой-то вылез? Ничего себе, неожиданно. У нас появился спойлер по поводу третьего этажа. И давайте его сейчас вместе посмотрим. Такое небольшое видео, ребят. Третий этаж. Ну что, вы готовы? Я думаю, то, что этот третий этаж появится уже на этой недельке. Ребят, это будет очень классно, то, что аэропорт развивается так быстро. Сможем ли мы ожидать тогда и четвертый этаж на следующей неделе? Я надеюсь, то, что да. Очень хочется уже закончить эту обустройку. Это обустройство аэропорта. Что вы думаете, ребят? Давайте посмотрим теперь ролик помедленнее. У нас в самом начале появляется такая парочка, которая проезжает мимо других персонажей. На фоне есть диванчик, это какой-то зал ожидания. Там болтает девочка, похоже, это ее папа. Девочка злится, либо папа что-то сказал не то, либо они опаздывают, либо наоборот рейс задерживается. Ну а впереди парочка у нас проезжает. И, кстати, я заметила, там еще внизу табличка зоны фудкорта. Следующий у нас идет мама, дочка. И что у нее там в чемодане кролик был? Вот это прикол. И следующий у нас на скамеечке сидит еще одна такая вот замечательная семейка с малышом. Малышек пустил газики. Да уж, ребят, забавно. Это очень необычно и смешно. Такой вот прикольный ролик маленький. Маленький довольно-таки, но удаленький, ребят, потому что метка у нас будет целый третий этаж. И мне интересно, почему нам показали кролика? Хотелось бы, конечно, побольше, чтобы показали, но уже этого достаточно, ребят. Я думаю, это не последний ролик, будут еще какие-нибудь спойлеры. Давайте почитаем комментарии. Сначала новые. А, какое счастье придет, я так рада. Спасибо за аватарку. Мы любим тебя, мир аватаров. Все пускают радостные и счастливые смайлики. Avatar World, когда выйдет третий и четвертый этаж? Да, кстати, друзья, они не написали, когда выйдет. Они просто показали видео пока что. Аватарку поставьте, пожалуйста, чтобы изменить погоду. В общем, пишут про погоду, дождь, солнце, гром и многое другое. Avatar World, выложите бесплатный красивый пак, пожалуйста.
Avatar World мог бы поставить бесплатный пакет, потому что я вижу, что у вас есть предпочтение в отношении пакетов. Но главное дело, нам показали спойлеры к третьему этажу, а все пишут про бесплатные паки. Люди, которые любят мир аватаров. Я люблю Avatar World, Аня, если ты это читаешь, то знай, я тебя обожаю. Спасибо, зайчик. Спасибо вам большое за приятные комментарии. Я тоже вас очень сильно люблю. О май гад, аватарка, слово любовь. Прикол. На аура, можно бесплатные паки, пожалуйста. А еще промокоды. Это круто, вам. Я хочу, чтобы Z4 это открылся. Аня, приветик, ты лучшая. О, Ти, спасибочки. Всем пиццы. Привет, мир аватаров. Можешь ли ты оставить все пакеты бесплатно? Привет, мир аватаров. Можешь меня поздравить? Я играю в твою игру и свою Миранду. Любовь, Avatar World и Аню. Взаимно, я тоже тебя люблю. Привет, мир аватаров, запусти самолет, пожалуйста, чтобы мы отправились на пляж, в горы и на карибский мини-умывальник. Наверное, имелось в виду Карибские острова, но не мини-умывальник. Ну ладно, друзья, обратите внимание на мой комментарий, пожалуйста. Обновите самолет, чтобы полететь на Карибы, на пляж, в горы и в другие города. Вот, ребят, присоединяемся, мы тоже все хотим в отпуск. Да. На перевод. Это здорово, привет. Да, я хочу обновление мира аватаров. Можете обновить телефон, пожалуйста. Кстати, друзья, телефончик у нас тоже должен скоро обновиться. Мне, ты лучшая аватарка в мире. Ребят, потрясающе. У Ани привет, приветик. Спасибо, мир твоих аватаров. Я так тебя люблю. Да, готова. Кто еще готов? Ребят, вы готовы к обновлению самолета? К обновлению на третьем этаже? Откроется только третий этаж или третий и четвертый? Мир аватаров, он делает невероятное обновление, но занимает много места, это оставит меня без игр. Ребята, как у вас занимает много места Avatar World? Но почему ты сказал по-английски? Я не понимаю английский. Я из Доминиканской Республики. Я родился англичанином. А, какое волнение приближается. Аня, привет, люблю тебя. Очень жду твою свадьбу с доктором. Ребят, спасибо вам большое. Вы все приглашены. Друзья, ну что? Я думаю, видео получилось отличным. Комментарии тоже довольны. Поставим пальчик вверх, естественно. И будем вместе ждать. Ну а сегодня я предлагаю посмотреть сейчас бесплатную коллекцию, которую нам добавили в магазинчик. Давайте достанем персонажика. И вот такая вот бесплатная коллекция у нас появилась. Она состоит из топика. Но это даже не топик, такая маечка. Дальше я вижу кофточку, накидочку, штанишки. Как всегда, уже привычные носочки и кроссовочки. Вот такой получился образ, ребят, слушайте. По-моему, он очень прикольный. Можно также сочетать совершенно разной одеждой. Можно вовсе все изменить. Допустим, не одевать ту кофточку. Да, ее зачем надевать? Можно сочетать и без той кофточки. Так, только какой нам низ придумать? Давайте сходим юбочку примерим. Здесь есть потрясающие черные юбочки. И я думаю, они будут смотреться очень-очень хорошо. Вот, друзья. Мне кажется, это очень отличный образ. Да, бесплатные наряды тоже могут быть годными. Никто этого не отменял, ребят. И мне кажется, они ничем не хуже. А порой даже лучше. Ну что, обязательно пишите в комментариях, как вам новый бесплатный костюмчик. Но у нас также появились и платные наборчики, вернее один платный наборчик. Вот он, ребят, я его уже получила, и давайте сейчас распакуем. Прилетает такая коробочка, и в ней еще две коробочки. Давайте достанем персонажика снова. Ой, у меня забаговались коробочки, они куда-то назад улетели.
Откроем первую коробочку. И что мы в ней можем найти? Вот такая вот обувь. Очень интересная. Кепочка. Вау, как я люблю эту кепку. Ребят, она такая красивая. Тоже вот такая маечка. Дальше мы можем найти юбочку. Опять колготочки, но это не колготки, а носочки. И завершает все сумочка. Круглая сумочка на молнии. Нет, не завершает, у нас еще есть толстовка. Ребят, слушайте, по-моему, потрясающий образ. Мне он очень нравится. Особенно вот эта прикольная кепочка. И мы также можем сочетать совершенно разными образами. Друзья, слушайте, нереально классный образ. Я вам его тоже могу порекомендовать. По-моему, очень метко сделали. Или же мы можем заменить вот на такой низ, только без очков лучше. Кепку можно убрать, на повязку поменять. Да, мне определенно это нравится. Коробочка пустая, но у нас еще осталась одна коробочка. Давайте примерим следующий образ. Он тоже состоит из обуви. Такие прикольные кроссовочки. Панамка. Ох, как я люблю панамочки. Вы бы знали, друзья. Штанишки такие серенькие, с кармашками. Ух ты, какая прикольная футболка, друзья. Смотрите, какой интересный образ. Так и хочется сюда вот эти наушники добавить. Ребята, я в восторге от этого образа. Он тоже интересный получился. И можно сочетать совершенно разными предметами. Но если честно, то мне не хватает каких-то летних вещичек. Например, купальников. Или надувных кругов. Я надеюсь, то, что с обновлением полностью, когда у нас обновится аэропорт, у нас будут добавляться летние коллекции к отпуску. Да, потому что очень мало одежды летней. Друзья, но у нас зато появилась секретная одежда для малышей. И сейчас я расскажу, как ее сделать. Для этого первое, куда мы отправимся, это вот этот кавайный магазинчик. Давайте достанем персонажика. Спасибо, кстати, большое, то, что написали об этом секретике в комментариях. Я бы, если честно, даже не додумалась. Дальше, друзья, нам нужны спицы. Выходим отсюда и двигаемся в офис. Вот кто бы мог подумать. Но, ребят, это просто взрыв. Это взрыв всего. Давайте достанем персонажика. Я реально бы не додумалась о таком секретике. Ой, как сотрудница там сидит, так уставшая. Доходим до самого-самого конца. И здесь у нас есть вот такой блокнотик с бумажками. Мы можем мастерить детские шапочки с помощью спиц и вот этих бумажек. Смотрите, друзья, настоящая детская одежда из бумаги. Вы можете себе такое представить? Посмотрите, реально годная фишка получается. Давайте свяжем все шапочки. Есть такая вот со смайликом, улыбочка. Тоже прикольная шляпочка. Шляпка-шапочка. В стиле мороженки. Мне очень нравится милая шапочка. Еще одна такая сладенькая. Ребят, ну это реально прям какой-то вафельный рожочек. Очень милая шапочка. И последняя у нас идет такая вот тоже нежная шапочка. И там такая этикеточка Чупа-Чупса. Так прикольно и необычно, друзья. Очень здорово. Ребят, вы знали об этом секретике? Пишите обязательно в комментариях. И если вы знаете еще больше секретиков, тоже делитесь. Я обязательно о них расскажу. И будем с вами изучать еще больше годных фишек. Кстати, на официальном каналчике Avatar World у нас также появилось и видео к этим новым образам. Давайте тоже его посмотрим.
небольшой, и предлагаю его немножко прокомментировать, хоть образы мы и посмотрели. Нам показывают фотосессию. Фотосессию в новых комплектах. Вот такие интересные комплекты мы сегодня с вами посмотрели. Персонажики веселятся, танцуют, и, кстати, появляется также бесплатная одежда. Она ничем не хуже, ребят, очень годная одежда. Напоминаю, то, что появляется каждую неделю, обязательно сохраняйте на своих персонажиках. И финальная заставочка. С новой коллекцией одежды. Да, годные вещички, ребят. Куда вы будете в них ходить? Тоже напишите в комментариях. Я поставлю большущий лайк этой коллекции. И давайте почитаем комментики. Как всегда, сначала новые. Почему они не дают нам больше бесплатных пакетов? Почему платные? Это нехорошо. Можно бесплатные покинуть и промокоды. Ой, кстати, ребят, да, давно не было промокодиков, тоже очень хочется. Вы можете сделать моду в стиле кавай бесплатно и купить иены. Словом, на аватарке ты можешь положить одежду бесплатно. Вы можете создавать моду в стиле кавай, детскую моду. Предлагают создать какой-то стильный кавай и детскую одежду. Бесплатный пакет, мне понравилось. Удивительно, так круто, я согласна, друзья, очень годные образы. Что меня разочаровывает в этой одежде, так это то, что я девочка, а не мальчик. Но почему же? Я считаю, образы подойдут всем, можно подстроить подо всех персонажей. Они такие универсальные, но за исключением юбки, юбка точно для девочки. Спасибо за такую классную игру. Почему вы не ставите коды на предыдущую одежду? Почему я не могу в нее играть? Я играю на другом телефоне и теперь не могу претендовать на нее. Да, очень жалко то, что мы не можем получить одежду, которая была в прошлых у нас выпусках, в прошлых доставках. Но не будем расстраиваться, друзья, впереди еще много-много обновлений. Ты следуешь за мной, Пазу и Мир Аватаров, и я люблю тебя. Аквапарк Паз, пожалуйста. Аня, привет и всем пиццы. Крутой Дроп. Приветик тебе. Привет всем, ребят, я вас тоже очень сильно люблю. Слово Аватары, пожалуйста, не могли бы вы прислать бесплатный детский пакет в обновлении? Пожалуйста. Привет всем, кто поддерживает Аватар World. Ого, эти аутфиты очень крутые. Такие вот, ребят, комментарии. Я считаю, тоже наряды годные, и будет еще больше классных и годных вещичек. Давайте поддержим разработчиков. Я, если честно, очень жду много новых интересных образов, а именно, которые появятся в будущих обновлениях. Также, может быть, еще появится одежда в аэропорту. Давайте не забывать то, что у нас еще будут этажи. Обновление нереально годное, и все эти сегодняшние события я предлагаю, как всегда, отметить чем-нибудь вкусненьким. Давайте покушаем в пиццерии. Да, почему бы и нет? Я закажу свое любимое комбо с острыми крылышками. Упакуем пиццу. Вот сюда вот я ее положу. Крылышки. Ну и, конечно же, напиточек. Осенью я хочу взять чугорчицу. С кепчуком. Да, замечательно. Мой заказик готов? Почти. Не хватает только вкусного десерта. Ой, неужели она не ест его на ходу? Ребят, слушайте. Вот это у меня выдержка сегодня. Я не ем его на ходу. А где все люди? Почему в пиццерии пусто? Пусто и так грустно. Наверное, все побежали оценивать обновление в магазин. Да, мы-то с вами уже побыли в магазинчике. Мы уже получили новые костюмчики. А люди пока что пошли. Стоят в очереди там. А мы тем временем посидим в пиццерии. Что я тут опять поднабрала, не могу никак сесть. Вот, съела. Можно сесть даже в новой позе. Ну что, ребят, угощайтесь тоже. Давайте с вами кушать, играть и веселиться.
На этом видео подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива и много вкусной пиццы. Всем удачи, всем пока!